Доброго времени суток, уважаемые зрители. В общем, это финальная серия финального сезона, в котором я расскажу, из-за чего я все-таки ухожу с этого сервера и не собираюсь сюда приходить больше. Все элементарно, завивание администрации на что-либо. Во-первых, за то, что банят просто так, без разбора. Ну, об этом чуть попозже. Я потом открою сообщение, там будут цитаты и так далее. Но начнем с того, что я сегодня просто решил поискать бобров. И суть дела в чем? Увидел такую штуку. Вот смотрите. Вот здесь вот база всея праведников и тех людей, которые хотят там, вот они, ихняя база, следят за сервером и так далее. То есть они прям хорошо следят. Вот, вот там, на озере, вот там, в постройках, в руинах, находится база администрации. Они тоже следят за сервером и так далее. Вот здесь вот, около озера, вот в этом районе, находится база амазонок. Тех самых знаменитых амазонок, которые также следят за сервером. И все прям хорошо, все замечательно. И теперь смотрите. Первые Team Dungeons, которые строят... Озера всегда считаются ресурсами, да? Логично. И около них строить вообще нельзя. Я столько раз видел, что людей банят на всех серверах. PvP, PvE сервера. Банят людей за постройки. И вот за такую постройку на всех серверах банят людей. Давайте посмотрим, сколько осталось до разрушения постройки. 7 дней. То есть она стоит уже здесь 8 дней, эта постройка, и всем плевать на нее. Да, она всего лишь наполовину закрывает озеро. То есть как бы вот, спаун, все дела. Ну ладно, это хотя бы хоть что-то. Давайте посмотрим вот на это озеро. Сколько раз я слышал фразы о том, что на этом озере не спавнится, здесь можно строиться и так далее. И людей всех банят. Все озера во всем мире Арка считаются ресурсами. Да я точно так же могу в любом месте поставить базу, сказать, да здесь ресурсы не спавнится. И все, и что, я буду прав? И вот эта база стоит здесь. Так, секундочку. 4. Эта база стоит, смотрите. Ну, вы понимаете, да? 14 дней, то сраная теплица стоит. Здесь 8 дней, то есть 7 дней уже это здание не используется. Здесь такая же фигня, 8 дней. То есть 7 дней это здание сраное уже не используется. И это норма, понимаете? Это все норма. Так, давайте глянем шипы. Также 8 дней. То есть 8 дней человек вообще в целом уже не заходит на сервер. И это нормально. Озеро стоит полностью защищено. Во-первых, человек не играет. Во-вторых, озеро полностью закрыто, то есть это ресурс. Всем праведникам, всем, кто здесь любит следить за правилами, ты неправильно делаешь, это нехорошо, это плохо, о чем я потом расскажу. Все, даже администрация находится здесь, и всем ровным счетом плевать. Это неправильно. То есть два озера, ну, можно сказать, полтора озера закостячены. То есть, вот, база, ты проведи трубу до своей сраной, долбанной, беспонтовой базы и построй там теплицу. Нет, нужно построить ее на берегу. Вот, 4 дня уже не заходит на сервер. Ну, хорошо, 3 дня, 3 дня, 3,5 дня. Вот, а здесь есть третье озеро, и здесь построена Лига Света. Но это, как бы, расстояние, я замечал... Не на одном сервере, то есть в этом уголке всегда все строятся, и ни на одном сервере это не запрещено. Что означает, эта дальность вполне нормальная. Я сужу по другим серверам. По многим серверам, скажем так. И PvP, и PvE сервера я смотрел, и все нормально. Здесь тоже, видите, вот, на дальность хорошо, как бы здание все хорошо, но теплица сраная стоит в упор. Молодец! Нет, это же тяжело провести трубу. Да, ай-яй-яй, надо целых 10 труб дополнительных каменных поставить. Ай-яй-яй, 50 камня надо потратить. Или сколько там труба одна стоит? 5 камня же, да? Ай-яй, 50 камня потратить. И на своей территории поставить. Плохо. Вот, и, собственно, так сказать, перейдем немного к другому. Сейчас вернусь уже на базу и перейдем к другому.
Ну что, народ, в общем, пришел на базу. И о чем? Из-за чего, собственно, началась дезмораль? Из-за чего я не хочу больше играть на сервере? Дезмораль началась с самого начала, когда я встретился с этими пролагами и так далее. Это, конечно, полбеды, но это все фигня. С пролагами, как говорится, жить можно. Дальше вроде бы все было нормально, администрация следила за сервером и так далее, но мне не понравилось все вот эти вот, вся вот эта возня с постройками, очень сильно не понравилось. И про тот загон, как говорят, этот загон легально построенный, то есть как легально разрешен администрацией, что-то типа того. Это нормально, короче, то, что он там стоит, проставит и так далее. Причем другие бронта стоят, они живые, ничего, никто не помер, все хорошо. И нормально все, а этим игрокам нужно загон обязательно строить. Вот, проблемка. Вот, бомбанул я после того, как забанили Адзака, и забанили за что. Суть была в чем? Я больше всего верю Адзаку. Мне плевать, кто что говорит. Я верю лично ему и что он говорит. Потому что это человек, который лично, так сказать, я лично присутствовал при том, что он помогал людям и так далее. Вот. И, суть дела в чем? Он пошел быть Варденом. В соло, не в соло, я так и не понял. В общем, он пошел бить Вардена, пришел Юрий, Юрий поударял пару раз и отлетел. Пошел то ли убивать динозавров, то ли, ну так, неподалеку, то ли томить динозавров. Ну, в общем, суть дела в чем? Аура Вардена, давайте забаним всех Варденов, он-то уже он убил игрока. Вот, аура Вардена убила, или рефлект от Вардена убил игрока, то есть Юрия. На что Адзака говорит, сейчас покуха, давай мы тебе, короче, новую виверну притомим. Ты только найди ее, притомите, я тебе помогу. Хорошо, нашли, притомили, помогли. Отлично. Адзака пока туда-сюда, в общем, хотел он обменять, нашли Колобка Вардена, он хотел обменять свою виверну на Колобка Вардена, ну и, как я понял, именно на Колобка, не на эссенции, чтобы именно Колобка убить. Что Хрюше не понравилось, игрокам сервера, я буду повторять, игрокам сервера, это будет, не буду говорить топы сервера, как администрация называет, это доверенные игроки, назовем так, то есть это те игроки, которым они доверяют, игрокам сервера, это не понравилось, и, собственно, на что и было высказано, то, что его забанят, и он найдет способы, как его забанить. Хорошо, отлично. Он способ нашел. Он сказал, что это убийство игрока было. Это было... неоднократно люди жалуются. Это убийство игрока он совершает. Он, короче, даже писали о том, что он хватал игроков, поднимал вверх и сбрасывал их, убивал их. Это то, что мне отвечали администраторы. Разные администраторы, разные случаи. Но суть дела в чем? Убийство игроков им прописали неоднократно, причем, судя по администраторам, все тексты я выкладывать не буду, потому что их сраного туча, и «Война и мир», наверное, будет отдыхать в сторонке по сравнению с этим количеством текста. В общем, неоднократно убивал игроков, всех задолбался своей торговлей, извините, а что еще на ПВЕ сервере делать, кроме как торговать и обмениваться с людьми? Причем он не попрошайничает, а меняется, он не говорит. Дай погонять. Он говорит, давай поменяемся. Бартер. Обмен. 100% обмен. Даже на том сервере, где был обмен Дин, то есть Дин дарить нельзя было, было и то намного адекватнее в этом плане, потому что ты там мог эссенцию на эссенцию поменять, и это было нормально. 5 эссенций на 5 эссенций. А почему бы нет? И это считалось нормой. А вот, здесь же все как-то не очень. Ну да не в этом дело. Дело больше в другом. Дело в том, как ведет себя администрация. Я для чего вам показал то первоначальный, так сказать, вставочка, то, что касалось трех озер. Это считается нормой, когда застраивают ресурсы. Но, когда ты помогаешь людям и делаешь, казалось бы, правильные вещи, и торгуешь с людьми на ПВЕ сервере, и помогаешь людям, это плохо. Это плохо. Почему? Потому что ты надоел этим игрокам. Да, ты надоел игрокам. Именно игрокам. Тем самым игрокам, про которых говорит администрация.
ты им надоел, короче, ты слишком много шумишь в чате. Я вот сегодня писал, да, писал в чат, долго расписывал о том, что да, как, да, где. Вот, то есть, где тут у меня, блин... Я расписывал о том, какого фига, мол, все это застроено и так далее. А, ну там уже стерлось. Вот, и на что мне... Где-то кто-то, в общем, не помню, где кто. В общем, написали, типа, чувак, короче, не флюди, ты задолбал уже всех. Че, мол, типа, делаешь-то? Пиши администрации. Те игроки. Вот, и, собственно, суть дела в чем... Мне это, конечно, не нравится. Мне не нравится то, что... Порой игроки себя ставят выше администрации, и их мнение считается больше, чем мнение всего сервера. Ну вот, и как бы, как администратор сказала, то что, типа, я лучше забаню одного, чем, то есть, по сути, он мешал нескольким игрокам. Поэтому Адзака забанили. Ну так, если вкратце перефразировать, то есть я лучше забаню одного человека, чем он будет мешать остальным, ну, остальным тем игрокам. Вот, как бы, и поэтому как бы все легко и просто, поэтому Адзака забанили. То есть я добился конечного результата, то есть именно общего подытоживания от администрации, от всех администраций. Причем, знаете, разные фразы, то есть разные высказывания и так далее, но гласить это все одно, тем игрокам он мешал. Вот, и мне это, конечно, не нравится. Поэтому я на этом сервере, на этот сервер, понятное дело, я не буду заходить и играть дальше. Вот этот свой дом, вот эту свою базу, я хотел сначала все разломать, выкинуть ресурс, написать администратору то, что я ухожу с сервера, все дела, и все. У меня нет ресурсов, но я решил, если успею, конечно же, да, я там, я вспомнил, я ответил, но я думаю, еще не успею зайти, не успеют прочитать. Вот, и я хочу отдать все... Вот, Лига Света есть, вот, я хочу им отдать. Ну, Адзака сказал, что у Лиги Света есть, ну, там, ну, так сказать, всего там, не, так сказать, они более, менее богаты, можно так сказать, чем Кайра. Вот, и я решил, что хорошо, отдам все Лига Света тогда. Вот, я просто сделаю объединение трайбов и сделаю, то есть, все это им перейдет, если, конечно же, они захотят. Вот, ну и все, свое недовольство я уже высказал, вы уже как хотите, так и решайте, лично я этот сервер не советую, так как здесь есть топовые игроки, которые решают, что ты будешь делать, и администрация, к сожалению, к ним не прислушивается, а объективного мнения от топовых игроков мы, к сожалению, не... А, точно, не топовых игроков, от этих игроков, от тех игроков мы объективное мнение не будем считать, потому что, ну, мешают им. Надо убрать человека. Вот такие вот дела. В общем, народ, на этом все. Сезон был веселый, сезон был прикольный, много чего нового узнал, но к Анунаки моду нужно будет вернуться обязательно. Понятное дело, не на этот сервер, никогда в жизни, а на другие сервера. Как вариант, там будет, чтобы они более были апгрейжены, в том плане, чтобы динозавры из Анунаки были более мощнее, чтобы было легче играть в соло. Вот, ну и, возможно, рейды побольше. Все, на этом все. К Анунаки я когда-нибудь еще вернусь. Сейчас я буду играть на Ark Comics Alive сервере. Ну, точнее, не сервере. Я буду играть на сервере Savage Comics Alive. Буду сезон снимать сервер PvP. Я очень рассчитываю на то, что те, кто люди меня поддерживают, они будут стараться все-таки защитить меня. Именно когда я онлайн. Я онлайн сравнительно редко, но не в этом дело. Проблема немножко в другом. То, что мне будет, возможно, нужна помощь, когда будет мне рейдить и так далее. Вот, ну, я буду стараться справляться сам. Как говорится, PvP-сервер, сезон с PvP-сервером, это, конечно, отдельная история. Хейтеры будут, даже на стриме уже были. Конечно, детский лепет и так далее. Я тогда неправильно понял, что за фигня. Он там, типа, он просто поставил черепаху и вышел с сервера. Поэтому, собственно, ее можно было перетомить. Кстати, прикольно, через 8 дней там можно перетамливать. В общем, сервер Savage Comics Alive
айпишники, смотрите последние стримы мои, там айпишник все в описании, пока что по поисковику тяжеловато найти, найти можно, но тяжеловато, в общем, лучше искать по IP, добавлять в последнем стриме, за какое число я не помню, в общем, в последнем стриме по Саважу, я показывал даже, как добавлять, или в первом стриме, блин, я не помню, я лошара. В первом стриме я показывал, как добавлять в избранный. Вот, через Steam. Вот, поэтому, как бы, смотрите, что, да как, да где. Я играю там, я надеюсь на вашу отзывчивость, в том плане, что вы... Хотя пройдите меня не будете. Вот, и на том хорошо. Я хочу изучать мод Arkham Asylum, потому что это что-то нечто похожее на Anunnaki, но это совершенно другое. Все другое. Единственное, что у них схоже, это ядовитые динозавры, которые томить могут. И все, пожалуй. Это единственное, что у них схоже. Что-то типа того. Ну все, на этом все. Трап я свой передам. Вот, Зака, я спрашивал, кому лучше передать, поэтому, ну, собственно, я уже это рассказывал. Вот, поэтому, как бы, в общем, я решил, что Лига Света, так сказать, больше предпочтения к Лиге Света, потому что у них меньше ресурсов, нежели у Кайры. Ну, по крайней мере, Кайре нужны эссенции, а у нее эссенции нету. Вот, а Зак, когда забанили, у него все сразу же удалили. Вот, поэтому я даже не стал разбираться, что да когда где, думаю, раз администрация так радикально делает. То есть человек летит, Кайре помогает притомить Виверну, и тут бах, ему прилетает бан прямо во время томления. Ничто никто не сказал, ему просто бах, бан прилетает, и все. От Зака вылетает. Все, на этом все. Все, этот сезон закончился, начнется новый сезон и новые приключения. На этот раз уже на PvP-серверах. И вот такое всякое говно стоящее около меня, конечно же, больше не будет. Ну вот, я их просто убью всех нафиг, кто будет вот так вот оставить своих сраных дино. Все, на этом все. Ну, в смысле, бесхозно оставлять. На этом все. Я ухожу с этого сервера. И если в... Если вам этот сервер нравится, пожалуйста, приходите. Но лично я не хочу играть на таком сервере, где администрация, ну, так сказать, мало следит за своим сервером. Это... По крайней мере, если вы не поняли эту фразу, посмотрите начало. Посмотрите еще раз начало видео, и вы там поймете, про что я имею в виду. Все, на этом все. Такое вот долбанное заключение, сраное, я не думаю, что вы будете смотреть до конца, поэтому всем спасибо, кто смотрел до конца, напишите в комментариях, я досмотрел до конца, и я вам напишу спасибо в комментариях. Все, я не знаю, как вас еще отблагодарить, тех людей, которые смотрят мои видео до конца. Все, на этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Пока.